Недавно на разных информационных сайтах появилось видео, как рядом со строящимся зданием обрушилась стена детского сада. Давайте попробуем разобраться, вследствие чего такое могло произойти. При строительстве любого здания или сооружения застройщик обязательно должен соблюдать строительные нормы. На видео видно, как расстояние между строящимся объектом и детским садом составляет не более 1 метра. Предусмотрено ли строительными нормами Кыргызской Республики минимальное расстояние, которое должно быть между зданиями или сооружениями? Да, согласно строительным нормам Кыргызской Республики, предусматривается минимальное расстояние, которое должно быть между зданиями и сооружениями. Это предусмотрено для обеспечения пожарной безопасности. Так, согласно пункту 2.9 строительных норм Кыргызской Республики, планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа предусмотрена. Ширина проезда для зданий высотой до 15 метров должна быть не менее 3,5 метров. Если здание составляет более 15 метров, но не превышает 28 метров, то расстояние между этим зданием и соседним должно быть не менее 4,2 метров. И, наконец, если здание высотой более 28 метров, то расстояние между этим зданием и соседним должно быть не менее 6 метров. Это расстояние необходимо для проезда пожарных служб в случае возникновения пожара. Таким образом, если вы хотите купить квартиру в многоэтажном здании или с вашим домом строится многоэтажное здание, то обязательно обратите внимание на расстояние противопожарной безопасности между этими домами. Несоблюдение данных норм противопожарной безопасности в случае возникновения пожара могут привести к очень трагическим последствиям. С вами был юрист Марлен Керимкулов. Силен тот, кто знает свои права. До новых встреч!